Скажу очень четко, нет. Шваспунде чедраджамей. Давайте так. Помните, я когда-то вам говорил, что норма демократии, на мой взгляд, вообще-то относится в том числе и к вопросам самоидентификации. Есть ряд людей в нашем обществе, которые идентифицируют себя как румыны. У них на это есть свое право. Соответственно, то, что является определенными ценностями, в том числе историческими, они также на это имеют право. Я и раньше говорил, и сейчас говорю, что я себя идентифицирую как молдаванин. У меня тоже на это есть свое право. Я ратую за Республику Молдова, как за суверенное, независимое государство, которое мы должны укреплять именно в этом ключе. При этом, давая право людям, гражданам нашей страны, на свободу. Свободу и вероисповедание, свободу принципа самоидентификации. Но лично я в этом участвовать не буду, потому что это, скажем так, это праздник другого государства.